По традиции начнется лето с музыкальной экспедиции. В этом году фестиваль при поддержке гастрольного центра «Росконцерты» Московской филармонии охватит 6 регионов. Кроме Владимирской области, концерты пройдут в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской области, в Крыму и на Камчатке. А старт музыкального праздника будет дан 7 июня в Патриаршем саду Владимира. Также концерты классической музыки смогут услышать жители Суздальского, Камешковского, Александровского районов и Мстёра. Ну и завершаем фестиваль на Соборной площади. Как-то так случилось, что мы давно там не завершали фестиваль, и в этом году все солисты в один голос сказали, что пора бы туда уже вернуться. Большой концерт, конечно, с оркестром, традиционное такое праздничное завершение на Соборной площади. Продолжит калейдоскоп культурных событий Международная летняя творческая школа «Новые имена». Она пройдет в Суздале в две смены. Первая стартует 19 июня. От Владимирской области в ней примет участие 26 одаренных детей. 8 из них поедут бесплатно. По итогам предварительного отбора они стали стипендиатами фонда. Ребята смогут получить знания от лучших музыкантов нашей страны. «Новые имена» запланировали проведение концертов в рамках своих летних творческих смен. В каждую смену будет проходить 6 концертов и на площадках гостинично-туристического комплекса, и на площадке Крестовой палаты Суздальского Кремля, о чем достигнута договоренность с Владимиро-Суздальским музеем. А в начале июля в городе музей состоится фестиваль «Альма-Матер». Ряд мероприятий будет посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. В первую очередь межрегиональный форум волонтеров культуры. Он пройдет с 19 по 22 июня. В эти же дни состоится большая межрегиональная акция «Невский 800». Это будут мероприятия, но надеемся, что поведет с погодой на открытых площадках в основном. С привлечением разных коллективов, в том числе из других регионов, с вкраплениями реконструкции, ну, в общем, в таком мультикультурном формате. Ряд мероприятий пройдет и в муниципалитетах. Так, 14 июня в селе Алепино Собинского района состоится Салаухинский праздник, а 17 июля в Вязниках вновь пройдет Фатьяновский праздник. В связи с реконструкцией Фатьяновского парка его перенесут на Соборную площадь. В Суздале по традиции отметят Троицу и День огурца. А в конце августа в Александрове отметят Иванов день. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».